Амбулатория «Заречье» – единственное медицинское учреждение в поселении. Здесь пациентам оказывают первичную помощь. И от того, насколько качественной она будет, напрямую зависит здоровье людей. На данный момент, конечно, мы стараемся делать все, что от нас зависит для народа. Ну, в принципе, мы живем для народа. Здесь уже коллектив сложившийся, уже 30 с лишним, то 40 лет уже работает. Уже все знаем и людей. Вот, и, конечно, оказываем всю посильную помощь. Здесь есть свои терапевты, педиатры, кабинеты стоматологии и физиотерапии. По мере необходимости приглашаются узкие специалисты. До того, как подоспела депутатская помощь, самая востребованная аппаратура часто ломалась. Людей для проведения первичного обследования приходилось отправлять на Большую Землю, в Одинцовскую ЦРБ. При поддержке Дмитрия Голубкова амбулатория смогла приобрести новый аппарат ЭКГ, современный анализатор и физиотерапевтическое оборудование. Несколько приборов было приобретено, они сейчас уже все установлены, мы посмотрели, как они работают. Ну, слава богу, уже, так сказать, все в работе, и пациенты уже могут проходить необходимое обследование. Ежедневно через амбулаторию проходит от 250 до 300 человек, и, конечно, качество обслуживания требует высоких стандартов. От 250 до 300 посещений в день. Это уже уровень не крошечной амбулатории, а приличной поликлиники. Данную проблему в поселении отлично понимают. К сожалению, инвесторы и застройщики до сих пор так и не смогли окончательно оправиться от кризиса. А современное, полностью оснащенное медучреждение – удовольствие весьма дорогое. Врачи здесь работают и специалисты опытные, но места, как вы понимаете, с развитием Заречья не хватает. Поэтому хотелось бы, конечно, все... И сразу хотелось бы большую поликлинику, как она запроектирована у нас на 300 посещений. Хотелось бы, конечно, больше узкопрофильных специалистов, чтобы наши люди не ехали куда-то в другие населенные пункты. Хотелось бы и аппарат флюорографии, и УЗИ, и очень-очень многое то, чего сейчас является уже, ну, я бы сказал, там, днем сегодняшней медицине. Но, к сожалению, здесь вот мы немножечко пробуксовываем в силу кризиса. Депутат областной думы Дмитрий Голубков пообщался с коллективом амбулатории. В ходе разговора прозвучали очередные просьбы. Так что приобретением нового оборудования помощь зареченским медикам не ограничится. Петр Горохов, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».